нас в городе вообще 31 дошкольное образовательное учреждение. На сегодняшний день у нас функционирует 30 дошкольных образовательных учреждений, потому что детский сад номер 15 находится сейчас на капитальном ремонте кровли. Слышно? Или тихо очень говорит? Слушайте, да? Угу. 15-й на ремонте? Да, 15-й детский сад у нас находится на капитальном ремонте кровли. Остальные детские сады у нас функционируют в полном объеме. Правда, летний период у нас в связи с тем, что только летом мы можем проводить ремонтные работы. В группах, многие группы сейчас закрыты на ремонт, и многие сады ремонтируются. Очередь как продвигается? Сколько ребятишек стоит на очередь? И как продвигается, какой периодичностью, то есть какой эффект? На сегодняшний момент у нас на очередь стоит 2900 детей. Но это с тем, что уже 1030 воспитанников мы укомплектовали уже в новое комплектование в дошкольное образовательное учреждение. Еще мы планируем укомплектоваться за этот летний период до 31 августа, значит, 80 детей. У нас в рамках программы развития дошкольного образования будет открываться 3 дополнительные группы. Это в детском саду номер 54, в детском саду 25 и в 55 детском саду, который находится на дачном поселке. Сейчас там в этих группах происходят ремонтные работы, и уже к сентябрю месяце дети пойдут в эти дошкольные учреждения. И еще у нас будет дополнительно открываться группа в детском саду номер 52 «Росинка». Там мы провели оптимизацию, скомплектовали из 2 старших групп 1 старшую группу, и у нас теперь появилась возможность укомплектовать туда детей младшего дошкольного возраста. Угу. Вот наибольшая загруженность по детским садам по районам как-то имеет место быть? Или... Наибольшая проблема у нас с дошкольными учреждениями – это Первомайский район и центральный район города. В центральном районе у нас, значит, один большой детский сад – это 53-й детский сад в районе Олимп и детские сады в районе Химаша. Вот в самом центральном районе у нас один только 42-й детский сад. Конечно, вот здесь вот у нас большая потребность возникает. Но я так думаю, что если у нас в следующем году откроется 15-й детский сад, то мы эту проблему решим. Вот. И также у нас Первомайский район. Также у нас там возникает потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях, потому что район большой, детских садов всего 9. У нас большая потребность в районе КСК, потому что там всего 2 детских дошкольных образовательных учреждения. Но на следующий год также в рамках программ развития дошкольного образования у нас будет открываться дополнительная группа в 57-м детском саду. Ну и вот в этом году мы постараемся, значит, укомплектовать еще одну группу в 52-м детском саду, как я уже говорила. И мы очень надеемся, что у нас к декабрю этого года откроются 3 группы в пристрое 45-го детского сада, потому что в этом году этот детский сад вошел в областную программу развития дошкольного образования. Сейчас у нас уже осуществляется финансирование этих мероприятий из местного бюджета. А из областного бюджета во второй половине года нам должны быть выделены средства в размере 5 миллионов рублей. Также хочу сказать, что из бюджета у нас в рамках этой программы выделено в этом году 7 миллионов рублей, которые как бы вот пошли на софинансирование по открытию новых групп и на софинансирование по открытию пристроя детского сада номер 45. Это вот в общей сложности вот новых групп? В этом году, если у нас откроется пристрой в 45-м детском саду, у нас будет 120 нововведенных мест. 120. То есть 60 мест – это вот в 3 группах детских садов и 60 мест в пристрое 45-го детского сада. Угу. Очередь продвигается планомерно или как? Вот от чего зависит продвижение? Обычно вот летом, ведь, да, то есть сезон, когда маленькие старшие уходят, маленькие приходят. Или в течение года тоже есть возможность попасть?
Ну, в основном у нас комплектование происходит, когда дети подготовительных групп выпускаются в школу. И уже руководители дошкольных учреждений, исходя из того, сколько групп подготовительных у них выпустились, они дают нам план на то количество детей, которых мы можем принять. То есть принимаем мы детей с 1 июня по 31 августа. В течение года у нас тоже могут комплектоваться группы в дошкольных образовательных учреждениях, но по мере того, как у нас происходит миграция детей. То есть кто-то переезжает из района в район, переходит в один или в другой детский сад, либо по состоянию здоровья не может посещать дошкольное учреждение, либо переезжает в другой город. Поэтому если у нас места освобождаются, то значит на эти места у нас уже приходят дети из очереди. Вот еще слышала такую информацию, что раньше группа была по нормам 20 ребятишек в группе. Сейчас подняли этот норматив до 25 ребятишек. Это действительно так. И с чем это связано? Дети-то, они же мельче не стали. Значит, в чем проблема здесь? По типовому положению у нас норматив такой. 15 детей в группах раннего возраста и 20 детей в группах дошкольного возраста. Но сейчас в связи вот с такой ситуацией по нехватке мест в дошкольных образовательных учреждениях и в связи с выходом новых санитарных требований, у нас нет норматива по наполняемости детей вот, в количественном выражении. У нас сейчас на каждого дошкольника в группе для детей дошкольного возраста приходится 2 квадратных метра на одного ребенка, а в группах раннего возраста 2,5 квадратного метра на одного ребенка. То есть количество детей, наполняемость детей группы исходит из площади. Вот здесь уже каждый руководитель дошкольного учреждения считает, сколько же детей может быть у него в группе. Ну, это, конечно, сложно, воспитательная нагрузка. Потому что сама работала, я знаю, что такое 25 детей, маленьких особенно. Конечно, сложно, но я еще раз говорю, ситуация такая, что многим родителям нужно выходить на работу, и мы уже идем на эти меры, потому что как бы дошкольных учреждений пока новых не строится. Единственное, что хочу сказать, что в этом году на городской думе, на заседании городской думы рассматривался вопрос по возврату дошкольных учреждений, которые ранее использовались не по назначению. То есть вот на 2012 год рассматривается вопрос о возврате дошкольного учреждения в районе Осиновой рощи, потому что у нас в этом районе вообще нет дошкольных учреждений. Дети ходят в детские сады в районе порта, в районе КСК. А там тоже у нас, конечно, дошкольных учреждений не хватает. А там был раньше детский сад? Да, там был раньше детский сад, и поэтому сейчас стоит вопрос о возврате этого дошкольного учреждения. Там сейчас находится библиотека. Библиотека. Да. Потому что вот по этому поводу как раз у меня тоже вопрос, вот вы его сами затронули. Мы вчера были на Театральной 6. Это бывший детский сад «Светлячок» Яровский, насколько я знаю, потом его передали на баланс города, и сейчас здание отдали, ну, вот отдавали в Улгу, сейчас принадлежит МИФИ. Это мне сказали тоже в комитете по имуществу сержант. Вот. Но дело в том, что мы вчера были, там просто, конечно, состояние здания-то само, этот не обсуждали, нет, но не поднимали именно по этому зданию. Опять-таки, на городской думе рассматривался вопрос, что так как у нас потребность в дошкольных учреждениях по соцгороду не такая вот большая, как, например, по порту или по центральному району, то на 2013 год запланирован возврат одного из зданий, который находится в районе соцгорода, то есть в западном районе. То есть будете возвращать поэтому здание, исходя из необходимости сначала? Да, возвращаться здание. И а на порту тоже есть такие здания, которые... Ну вот я уже сказала, но про вот Осиновую рощу, да, там только одно такое здание, которое можно вернуть. Потому что в соцгороде там много, конечно, отдали, там и поликлиника, и подиум расположились, но тоже вроде их сейчас не выкинешь. Но это вот пустующее прям здание. Да, будет рассматриваться вопрос о том, что одно из зданий западного района вернуть в сеть дошкольных образовательных учреждений. И еще вот ситуация слышала неоднократно. Люди говорят, что для того, чтобы попасть вот в определенный детский сад, якобы просят внести какую-то материальную помощь, будем ее так называть. Размеры причем большие, вплоть до 20 тысяч. Ну, здесь я могу сказать, что я не знаю даже,
как охарактеризовать эту ситуацию, почему они говорят, что деньги за место, потому что у нас каждое дошкольное учреждение в соответствии с уставом может привлекать добровольные пожертвования как от физических лиц, так и от юридических лиц. Если родители идут и оказывают дошкольному учреждению какую-то помощь, с ними составляется договор пожертвования. То есть вот здесь вот у нас все идет на... Соответствует с документами, да. То есть, если хочет, вот предлагает, например, несколько детских садов, да, не устраивает, хочется именно в этот. Да, если он хочет, может не заплатить. Да. Нет, не, не заплатить. Я вот опять это... говорю, да, что дошкольное учреждение имеет право привлекать. Если на добровольной основе родители хотят оказать какую-то помощь дошкольному учреждению, то это не возбраняется. Но заставить никто... Заставить никто не может, естественно. Вы можете просто дождаться своей очереди в каком-то, может быть, другом детском саду или в этом. Здесь про очередь речь вообще не идет. Я говорю о том, что родители могут эту помощь оказывать. Детский сад может привлекать добровольные пожертвования на договорной основе. Вообще, вот как финансируется? Потому что еще и говорят о том, что вот ремонт в группах, игрушки, туалетную бумагу, вот это вот все принадлежности тоже возлагаются на плечи родителей. Они вроде и не против, но вспоминают советские годы. Когда? Я просто хочу сказать, что сейчас у нас в основном все финансирование брошено на то, чтобы подготовить учреждение к новому учебному году и к отопительному сезону. Сейчас у нас во многих детских садах ремонтируются кровли. Сейчас у нас во многих детских садах ремонтируется система отопления, система канализации. И, конечно же, основные средства брошены именно на эти мероприятия. Я так думаю, это одно из важнейших, то, что мы должны сделать при подготовке учреждений, чтобы они в течение года у нас функционировали. Это понятно, но в то же время и без игрушек ребенок не может детство радостное проводить, и без методических пособий. Ну, на методические пособия у нас средства тоже выделяются по статьям расходов. Ну, а то, что нам родители помогают в приобретении игрушек и каких-то хозяйственных материалов, огромное им за это спасибо, то, что они идут навстречу. Ну, родителям, да, но все-таки, то есть, все-таки финансирование хотелось бы, чтобы было больше, да? Ну, здесь вопрос к финансистам, поэтому мечтать хочется, конечно, чтобы были группы все оборудованы.